Трибуны полупустые, Путин не приехал. Наблюдатели связывают это с последним событием, когда премьера прилюдно освистали в Олимпийском. Только ли в этом интрига того шоу под названием «Пацаны, вам этого не надо» осталась без внимания будущего российского президента? Александр Медведев читал блоги, пытаясь отыскать интригу, а потом ее разгадку. Нашел? Нашел. Интрига незамысловатая. Пацанам это не надо, не надо и Владимиру Путину. Совсем недавно, в начале месяца, Владимир Путин принял участие в аналогичном концерте в Калининграде, но на этот раз приехать не решился. Похоже, освистание в воскресенье действительно сработало. Что бы ни говорил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Путина в Олимпийском ждали, как ждали и пацанов, то есть публику, но почти никто не пришел. Огромный зал, как пишут очевидцы, был практически пустым. Концерт проводился при поддержке благотворительного фонда Федерации, который, кстати, отрицает свое участие. Акция «Пацаны, вам это не надо» началась еще в марте этого года в Тамбове и прошла по нескольким российским городам. Концерты состоялись в Мурманске, Владивостоке, Курске, Ростове-на-Дону, Питере, Екатеринбурге и так далее. Но, тем не менее, вот на этот раз все-таки, похоже, Владимир Путин несколько был смущен под предыдущим инцидентом и в Олимпийский приехать не решился. И, кстати, но это был очень важный концерт, поскольку как раз в Москве эта вся акция, которая, собственно, была спровоцирована словами Владимира Путина, закончилась. И закончилась, прямо скажем, провалом. Спасибо, Александр Медведев.